Смотри, один день? Конечно. А что ты хочешь там посмотреть? Там, значит, смотри, вот что, просто скажи, что там можно смотреть. Здесь я там была, а что? Ну, я просто расскажу. Я там не была, это что? Значит, ну, поехали хотя бы так, в принципе. Да, давайте я расскажу там, что можно смотреть. Милого поля. Подожди. Ну, подожди. Ну, значит, а Сташка? Приезжаешь в Осташку, смотри, что, значит, что там есть. В Осташковой церкви, остров Кличин, там, на обычный остров, как то есть в Осташковой церкви. Там довольно-таки криминогенное место, допустим. Если значит, один наверное не сделаешь. Тебе надо второй, чтобы поддержал. Ты сейчас прожгешь, наверное. Запретили же эти фонари. Трава везде. А она он сам подымется, да? Конечно. Только надо одной рукой держать сверху, а другой снизу, Макс. А одной рукой возьми сверху. Я с камерой. Все, прожег. Ну, уже почти, да? Во. Во. Держи, держи, опусти вниз. Во. Все. Как же он должен? Вот так вот он и должен. Просто уже поврежден каркас. Немножечко. Сейчас жди, сейчас нагреется внутри. Надо его развернуть было. У тебя второй-то есть там? Не один. Один? Угу. Ты что? Ты поджижешь траву? Все. О, о, пытается, пытается, смотри, пытается. Не, не, погоди, оставь, ничего не трогай. Сейчас, может быть, он и подымется. Макс, Макс, не трогай, не трогай, не трогай. Он сейчас просто упадет. Сейчас, 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 подождите, не спешите. А, все, он горит, Ваня. Надо было разворачивать. Его сначала надо было отправить. Это пожар устроится. Значит, в Осташке есть церквушки. Просто держи его и все. Вот так, стой, держи. Если кому интересно. Дальше. Дальше, ну, а у тебя вариантов нет. Там вот так, стой, держи его и все. И сейчас он. Тихо ты на палатке, ты куда ты тащишь его? Здесь, стой, вот так его. Макс. Дай. 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 Не трогай ничего. Ну отпусти, ничего не делай, вообще нет, ничего не делай. Просто вот так вот его держишь. Леша, крутит. Внимание, волшебник. А потом на палатке даже упадет. Нет, он не упадет. Ну если он упадет на палатке, то будет пиздец. Ну, знаем первый. Не-не-не-не-не, он уже улетел. Всё. Так надо делать. Он улетел. А там надо держать. Андрей, он упадет вообще. Да ничего страшного. Так он. Мать, спускай. Первый раз в жизни. Все, он уже улетел. Мама, я улетел. Законы физики никто не отменял. Ладно, все понятно. Ну, сейчас посмотрим, насколько хватит этого. Жаровни. Новости! Сегодня спальна отделение большие борты. Нет, новости. К сожалению, сегодня больших бортков больше не существует. Барс, мы стали барсами. Ну, я думаю, что метров на 100 он уже на... Не, пока не прогорит, он будет тупить. Ну, я говорю, в деревне большие барки. В деревне большие. Вот в линии. По крайней мере, они точно об нас не подумают. Да ладно. Блин, жалко. Они с нами водой не поделились.
гаснет, гаснет. Заход такой бреющий такой. Зеленка на даче. А в ответ нам вы что-нибудь пришлете? А вон там он уже бегут с фонарика. Я, кто это инопланетяне? Бегут? Да, вон там. Там с фонариком бегают. Кто это такой? Все, ура, потух ура. Все, погас. Вон, погасили фонарик там внизу. Они тоже хотели пустить фонарик? А если они нам отомстят? Да, давай. Сейчас тоже пустят фонарик на нас. Они прискачут ночью на лошадях и везут всех женщин. Что делать? Прискачут на лошадях. И везут всех женщин.